Зайчик? Красивый зайчик. Прыгай. Прыгай. Я тоже прыгаю, как зайчик. Дорогие мои, как всегда, хочу обратиться к вам с просьбой. Во-первых, я очень благодарен, что вы поучаствовали в восстановлении нашего храма. Прошло чуть больше 9, нет, месяцев 10, вот, как наш храм уже начал функционировать. 26 июня в прошлом году был пожар разрушающий. Это была катастрофа, но мы все собрались. Благодаря вашей помощи мы опять служим здесь. Это очень радостно. Сегодня как раз вот после литургии было очень много народу, люди радуются. У нас пасхальное настроение. Мне всегда очень неудобно просить помощи. Но самое главное, что я прошу не себе, нашему храму нужна помощь, потому что вот входная группа, вход у нас не сделан. Не сделана лестница на чердак. На чердаке у нас библиотека, там много отделочных работ. Нам нужен интерьер храма. Это, конечно, очень дорогостоящее, но хочется, чтобы люди приходили в храм и радовались. Вот сейчас мы создаем проект. Вот, и в зависимости от того, что будет в этом проекте, мы уже будем сделать смету. Цоколь нашего храма мы хотим отделать его там камнем, чтобы это было красиво. Мы хотим сделать благоустройство, потому что были повреждены многие деревья, газоны. В общем, я даже не... список очень большой, даже и говорить не буду. Если бы у меня не было опыта предыдущего, вот, я бы очень был в большом унынии из-за того, что раньше, как раньше, мне казалось, что это невозможно. Но с Богом возможно все. Мы помолимся, и Господь действует через людей. Может, вам придет на ум какая-то мысль материальная или какое-то пожертвовать какие-то материалы, не только денежные средства. Вот может кто-то придет поработать, может кто-то профессионально поможет. Вот. Даже разнорабочие, то нам нужно. У нас сейчас работают при храме люди с ограниченными возможностями, инвалиды, можно сказать. Вот, но они стараются. Так что вот, подключайтесь. Храм Василия Великого в Осиновой Роще возрождается, ждет вас. Вот. За вас мы будем молиться, особой молитвой за тех, кто помогает храму. В общем, с Богом, и Христос воскресе!
отремонтировали. Богом. Да, и вам Боже благословение. Миром. Спасибо. Мир вам.